дорогие друзья, ну что, сейчас козочку дадим малышне. Пусть поест. Не вот этой, а Арии, Агану и Амальтане. Есть, хотя, смотрите, как они выросли у нас. Дорогие друзья, переходите в телеграм-канал. Ай, молодец. Ай, молодец. Сейчас, ладно, переходите. Помою, тут вас вольется. Друзья, в общем, переходите на Бусти, телеграм-каналы, поддержите наш парк волков. Буду всем очень благодарен. Ссылочки все в описании. Вот смотрите. Иди сюда, мой дед. Иди сюда. Что, козу увидела? Упомнимся, коза. Малышам покажи, вот ты там рис приготовил, рис вот. Смотри, как я сделал, нифига себе. Мамка сейчас научит. Козленочка молоденького. Сейчас, как говорится, рожки до нос. Смотри, не повыпускай их, чуть-чуть защелкни, да. Хорошо. А ты можешь с собой вот туда взять потом, чтобы...
ручка тянется. Ну. Я вижу, Ария живут у тебя. Ну что, не дай бог. Валентина, нельзя туда руки сувать. Ария, ну что такое? Ария. Вон, дитя будет только 4 месяца 2 мая. Они вон уже мамку думают, полугода будет уже как мамка. Самки, самец уже скоро тоже обгонит. Это у нас единственная серенькая. Помните, лапы, конечно, у него прям как у арктосов. Крупный очень.